Обращаюсь сейчас к бывшим узникам этого наполненного горами нечеловеческих страданий места. Мы никогда не забудем злодеяния фашистов в годы войны. Ведь забыть значит простить. Тем, кто глумился над беззащитными женщинами, кто убивал и обрекал на безысходную смерть стариков и детей. Прощения нет и не будет. Тому подтверждение и обновленный здесь, по инициативе наших людей, поистине народный мемориал. Пока велась реконструкция памятника, историки, архивисты, прокуратура, музейные работники поднимали документы и свидетельские показания. Через многочисленные публикации и репортажи делали их достоянием общественности. И сегодня можно с уверенностью говорить, по испытаниям, выпавших на долю узников лагеря смерти Азарычей, стоят в одном ряду с печально известными всему миру Освенцимом и Бухенвальдом.